Мотор, поехали. Здравия, дорогие друзья. С вами Ярослав Мудро-Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дум и тренинговый центр Green My Life. Настраиваем камеру. Сегодня я хочу с вами поговорить более подробно о коронавирусе. Я его так называю. И надеюсь, что эта корона скоро упадет с головы тех людей, которые за нее так держатся, которые так много о ней говорят. И наденут корону просветления, корону радости, счастья и благости. Я сейчас нахожусь на берегу прекрасного Индийского океана и расскажу немножко обстановку здесь, что происходит, как все началось быстренько, и затем поделюсь своими впечатлениями по этому поводу, как я к этому отношусь. Не претендую на истину последней станции, делюсь только своим опытом, как я это вижу. Надеюсь, мой вид, мой взгляд, мое мнение на эту тему поможет вам усилить и наполнить представление об этой ситуации и как с ней справляться. Все очень хорошо. Итак, в Индию мы прилетели 3 февраля. Это сегодня у нас какое число? 17. По-моему, сегодня 17 февраля. Мы прилетели, получается, в принципе, 40 дней назад. И когда мы прилетели в аэропорт, мы приехали на юг, Триванкурам. Мы заполняли бумажки там всякие. Типа, не были ли вы в Китае или не контактировали с людьми, которые заболевшие этим вирусом. Это первый раз, когда я узнал об этом вирусе вообще. А вот по прилету в аэропорт Триванкурам в Индии 3 февраля. Заполнили бумажки, и в принципе мы быстренько прошли, и все было хорошо, ничего нас больше не беспокоило. И вот буквально 3 дня назад услышал я новость о том, что в Индии закрыли школу на целый месяц. Закрыли публичные мероприятия. Здесь, где сейчас мы находимся, есть много йога-классов, йога-центров. И сейчас на этот период их позакрывали. И я вот так об этом узнал, о том, что, в общем-то, вирус серьезно начал продвигаться, о нем начали очень серьезно говорить. И я не смотрю телевизор, я не смотрю новости по этому поводу абсолютно, ну так, что люди говорят, где-то так, слышу, не более того. И вот сконцентрирую твое внимание на том, что я вижу вокруг меня, не ища никакой новой информации. В общем-то, о чем я хочу с вами поделиться в этой связи. Самое первое. Надеюсь, что ветер не мешает мне написать это все. Надеюсь. Самое первое, что я хочу сказать, друзья, что вот все это время, которое я здесь нахожусь, и у меня нет никакого беспокойства, абсолютно нет никакого беспокойства. И почему? Потому что я понимаю, что все, что должно произойти, оно произойдет. Ты живешь обычной жизнью, выполняешь свою дхарму, свое предназначение, принимаешь меры предосторожности, когда ты переходишь дорогу, ты приходишь, и что тебя машина задавила. Идя купаться в море, ты смотришь, чтобы тебя не унесло течение, и ложишься в ванную, ты убеждаешься в том, что ты не можешь не захлебнуться, когда ты уснешь в ней. И так далее. То есть живем обычной жизнью, принимаем обычные меры предосторожности. И вот представьте, жить в панике, когда ты садишься в такси или выходишь на дорогу, и ты начинаешь резко думать, блин, а вдруг меня кирпич на голову упадет, а вдруг кто-то меня там передавит, а вдруг я утону, когда пойду купаться, и так далее. Вот с этой мысли, с которой мы не должны жить, мысли, с которыми мы не должны жить, мы должны жить в мыслях, свободных от этого, понимая, что я здесь для опыта. Если мне суждено где-то упасть, где-то суждено мне что-то должно случиться со мной нехорошее, или хорошее, вернее, все это хорошее, даже для моего опыта, на самом деле, оно случится. И неважно, думаешь ты об этом или не думаешь, тогда зачем тратить свою энергию на те мысли, которые забирают энергию. Наша энергия там, где наши мысли. Так думайте, будьте здесь сейчас, думайте о том, что вы хотите, чтобы с вами происходило. Используйте закон притяжения, и у вас будет все хорошо. Guys, okay? То есть, друзья, я живу абсолютно с этим пониманием того, что со мной не случится ничего другого, что не должно случиться. И со мной будет все то, что должно быть, ради чего я пришел сюда. Та программа, которую я выбрал себе изначально для того, чтобы получить здесь новый опыт. Для этого я пришел получать эти опыты, испытывать разные эмоции, встречать разных людей, прорабатывать свои качества. Если не суждено заболеть какой-то болячкой, почистка, чистка сделать,
значит, будем делать. Нет, значит, нет. И вот вся вот эта суета, вся эта паника абсолютно ненужная, она беспокойная, она создает ситуации, когда мы притягиваем ненужные мысли в нашу жизнь. Зачем? Вы же знаете, что сила притяжения, закон притяжения работает очень сильно. И о том, что вы думаете, какими эмоциями вы это думаете, то и притягиваете. У нас есть всегда выбор, несмотря на то, что у нас есть четко прописанная программа, с которой мы сюда пришли, мы все-таки делаем выбор каждый день. Пойдешь прямо, Иван Царевичем ставишь, налево козленочком будешь, направо царем, дуралеем, а будешь на месте, так и останешься тем, кем был, ничего не поменяется. Выбирай, все в твоих руках. Эй. Ну вот, друзья, как бы это основная идея, и сейчас я вам расскажу о мерах предосторожности, которые следует применять. Так же, как вы, когда переходите дорогу или идете купаться, вы убеждаетесь, что вы делаете все правильно. И меры предосторожности следующие. Поскольку я в моем понимании, что этот вирус относится к разряду ОРЗ, то есть остро-респираторное заболевание, передается капельным путем через дыхание, через физическое прикосновение, воздушно-капельным путем. Поэтому соответственно, такие же меры, как при гриппе. И, кстати, я вам скажу, что по статистике, которую я просмотрел недавно, от гриппа умирает намного людей, погибает, чем от этого на сегодняшний день, от этого коронной эпидемии, скажем, да, коронного состояния. Окей? Давайте не будем давать энергию, да, не будем называть это имя, просто окей. Вот это сейчас чистка, которая идет, и это все идет от пространства, все это идет от Вселенной, поэтому наша задача просто принять все то, как оно должно быть, просто будет именно то, что должно быть, ничего другого больше с нами не произойдет. Окей? И вот это то, что я хотел вам сказать. Так что меры предосторожности обычные, смотрите, значит, мы не целуемся с посторонними людьми, мы не жмем руки. Мы не находимся в расстоянии близко, когда с дыханием можно передать какой-то микробы. И мы моем руки, мы моем нос, глаза и уши и пьем побольше жидкости. Особенно рекомендую выпивать жидкости. Ну, я с утра до обеда выпиваю 1-1.5 литра водички с лимончиком, горячей водичкой. Можно джинджер добавить, это всегда очень полезно будет. По поводу рукопожатия, кстати, видел вчера видео шикарное, выложу в нашем канале Ведодом сегодня. Там показ, хороший ролик, принц Чарльз имел какую-то официальную встречу. И, в общем-то, заголовок такой, типа, как коронавирус научил людей пользоваться приветствием намасте или намаскар, да, вот это намаскар, типично индийская традиция, индусская традиция, или ведическая традиция приветствия намаскар, или намасте. И это так здорово, и король этот, принц Чарльз, да, такой в автомате руку тянет, ему такой, типа, не надо, такой намасте, это прикольно было. И это здорово, знаете, что вот, смотрите, сколько пользы эта ситуация поможет людям вот больше проникнуться такой важной, мудрой намасте, да, говорит, намасте, а еще когда к этому прибавит понимание намасте, не просто формальность такая намасте, а еще и говорят при этом и состояние, это все будет шикарно, просто обалденно. Поэтому во всем есть плюс. Еще один плюс, я бы сказал, тоже размышления пришли такие. Понимаете, что все кризисы, всякие ситуации, они нам на пользу, да, приходят. И подумайте, вот сейчас люди больше так, ну, порасходились каждый по своим местам, по своим углам, поменьше общения. И это изолирует нас от общества, а ведь мы люди социальные, и мы привыкли быть в социуме. Возможно, для кого-то это будет очень полезно с точки зрения того, чтобы научиться радоваться жизни, будучи одному или в ограниченном количестве окружения людей, которые
находится возле тебя. Тоже очень здорово, очень важно. То есть смотрите, что полезно вы можете получить в этом. Возможно, вам нужно побыть больше в себе, помедитировать в это время, да, вот этот месяц карантина. Я думаю, что он больше не будет, потому что сейчас идет теплая погода. Ну, здесь у нас в Индии точно, я знаю, что абсолютно ничего не будет, потому что жаркая погода, а этот вирус, он погибает при температуре 27 градусов однозначно. И длина его распространения не больше метра, он тяжелый, падает и так далее. В общем, друзья, смотрите, что позитивного можно вынести из этой ситуации. И помните, что с вами не будет ничего того, что не должно быть. Это самое важное. Я хочу вам с этим мыслям, главной идеей с вами поделиться. Вы верите в свою карму, вы знаете, что все, что с вами должно быть, оно будет, чего не должно, оно не будет. Не тратьте свою энергию на то, что не нужно. Будьте здесь и сейчас, наслаждайтесь морем. Такая прекрасная погода. Я хочу вам показать замечательный вид, который я здесь нахожусь сверху. Специально зашел, чтобы записать для вас. И вот такое прекрасное, прекрасное море. И красиво. И я желаю вам всем любви и радости, друзья. Живите в благости. С вами Руслан Мудрый-Воронцов, Академия семейных отношений, Веда-Дум и тренинговый центр Green Mind Life. Я буду записывать больше видео для вас. Сегодня, возможно, тоже, да, с этими. Так что stay tuned, guys. С вами Руслан Мудрый-Воронцов, Академия семейных отношений, Веда-Дум и тренинговый центр Green Mind Life. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это делать. Живи счастливо. Не беспокойся, наслаждайся жизнью, наполняй ее своей благостью, радостью и счастьем, и у тебя будет все замечательно. Всем любви и радости. Намасте.